Вот такой вопрос задал мне подписчик моего канала в Телеграм. Да, я тоже слышал про кота, которого высадили с поезда, и на самом деле эта история позволяет нам сделать некоторые выводы о человеческой природе и о методах управления обществом. Я думаю, что эту историю так широко освещают для того, чтобы отвлечь население от реальных проблем. Еще неделю назад главными темами в большинстве пабликов были коммунальные аварии, а сейчас все обсуждают замерзшего котика.